неплохо иметь в России новый абсолютно бренд, не по тем старым лекалам, которые существуют в автопроме сегодня во всех странах мира, а совершенно что-то новое, взятое из спорта. И решил, что пора построить на дорогу автомобили, которые будут очень похожи на те машины, которые употребляются в высшем эшелоне автомобильного спорта. Она и построена так, и системно устроена так, как большой серьезный автогоночный автомобиль сегодняшнего дня. То есть мы решили зайти не в последний вагон уходящего поезда под названием автопром, а в первый. Когда мы ездим на наших машинах по Москве, я скажу вам, что реакция феноменальная. Я вижу, как наши соотечественники соскучились по тому, что у них что-то есть. Когда мы строим автомобили здесь, Маруся, то мы думаем о том, как будут жить правнуки, а не о том, что сегодня с нами произойдет. Мужчина, секс, рок-н-ролл.